21 февраля свой профессиональный праздник отметят фельдшеры. Эта профессия занимает промежуточное место между медицинскими сестрами и врачами. Опытный фельдшер должен уметь не только проводить процедуры, но и определять заболевания и ставить диагноз. Такие специалисты широко востребованы в сельском здравоохранении. Многие выпускники медучилищ выбирают работу в деревенских медпунктах на скорой помощи. Их привлекают условия государственной программы «Земский фельдшер». Дмитрий Ермаков с детства видел себя в медицине. В 2019 году закончил медицинский колледж в Чебоксарах и сразу устроился работать в Ядрин на подстанцию скорой помощи. Я хочу помогать людям, приносить им какую-то радость. Ведь это очень здорово понимать то, что ты можешь сделать так, чтобы люди продолжали улыбаться, смеяться, быть с родными, близкими им людьми. На Ядринской подстанции круглосуточно дежурит 8 бригад, и каждая успевает за смену отработать по 7-8 вызовов. Молодые специалисты работают в паре с опытными фельдшерами, набираются опыта, отрабатывают навыки. Дмитрий у коллег на хорошем счету. Специалист хороший, аккуратный, общительный, проявляет себя только с хорошей стороны, как грамотный специалист, с больными всегда чуткий, активный, внимательный. Программа «Земский фельдшер» дала возможность решать проблему кадрового дефицита на селе. Каждый ее участник получает единовременную выплату в 500 000 рублей и обязан отработать на своем месте 5 лет. В 2019-2020 годах к нам пришли на работу фельдшера, всего 6 фельдшеров. Из них после окончания медицинского училища сразу 4 фельдшера. С 2018 года по программе «Земский фельдшер» на селе работают уже 81 специалист. Больше всего медиков к себе приняли Канашский, Батыревский и Чебоксарский районы. Многие молодые специалисты понимают, что работа на селе – это хорошая практика. Зачастую приходится сталкиваться с самыми сложными клиническими случаями. А это пригодится в дальнейшем. Дмитрий Ермаков получил выплату в 500 тысяч уже через месяц, как устроился работать. И сразу оплатил свое обучение на медицинском факультете. Ему удается совмещать и учебу, и дежурство на скорой помощи. Молодой фельдшер намерен в будущем стать кардиохирургом. Татьяна Иванова, Елена Дмитриева, Игорь Ульянов. Вести Чувашия.